Номер 4. В каждой пятой банке кофе, согласно условиям акций, есть приз. Призы распределены по банкам случайно. Галя покупает банку с кофе в надежде выиграть приз. Найдите вероятность того, что Галя не найдет приз в своей банке. Итак, опять же, вы уже знаете, как действовать. Каждая пятая банка. Значит, всего 5 банок. Значит, в одной банке приз есть. Одна банка есть приз. И 4 банки, что его нет. Галя покупает банку с кофе. Она покупает одну банку. Нам нужна вероятность того, что она не найдет приз своей банки. Значит, нам нужно благоприятными событиями для нашего случая. То, что нам нужно, это 4 банки. Значит, 4 из 5, то есть 0,8, это то, что Галя не найдет приз в своей банке.